изобилие сувениров. Это уличная лавочка. Смотрите, здесь вот такие украшения можно взять. Этнические, очень красивые ложки, подвесочки. Вот такие. Сейчас я посмотрю, вот там классные. Еще есть, по-моему, 10 баррелов. Не знаю, может, что-то я напутал просто. Может, я там, ну, написал чего дать, 4, он мне такой. Может, я написал чего, ну, что мне дать. Он мне там почему-то кабанов каких-то дал. А еще, смотрите, можно сфотографироваться. Вот такой штуки. Видите, фото платное. Цена сколько, не жалко. Здесь можно взять вот такие вот дощечки с гербом города. Ну да, да, да. Без окон, но это, без окон, но это порнография. Мечи. И другие различные сувенирчики. Очень много изделий из дерева. Различные доски, посуда. И здесь уже камушки. Но это не относится, конечно, к старинным каким-то этническим вещам. Ну, такие игрушки ручной работы. Детей можно покатать на лошадках. А, смотрите, какая крутая сумка в виде совы. Тоже этнические украшения в больших количествах. Когда еще в Европе?